Проект «Народная память» Мончегорска – один из победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей». В течение полугода проект успешно реализуется сотрудниками библиотеки. 21 февраля состоялось одно из ключевых его мероприятий – передвижная фотовыставка «Мы жили по соседству. История рабочих поселков». Важно отметить, что за время реализации проекта состоялась масса интереснейших мероприятий, в том числе краеведческие экспедиции на территории бывших рабочих поселков Мончегорска. Проделана колоссальная работа по сбору воспоминаний старожилов города. Удалось пробудить интерес к истории становления Мончегорска у горожан самых разных возрастов. Мне, скорее всего, запоминались сразу все экспедиции, потому что было интересно смотреть на поселки. Мы там никогда не были до этого. Ощущать это все своими глазами, видеть это, смотреть, допустим, на старые, новые фотографии, как это было и как сейчас есть. Это самому по себе интересно. Фотографии могут рассказать многое об истории Мончегорска. Так считает и один из активистов организации передвижной фотовыставки Юрий Руденко. Именно благодаря этому человеку младшее поколение сегодня может увидеть, каким город был раньше. И давно еще, 60-го года, попал мне в руки Зорький С. И я начал заниматься. Но у меня была такая привычка. Я, если выхожу, вот будущая площадь, которая сейчас называется «Революция», она не революция, а «Покорителем Мончи Тундры». И вот я вышел туда, в этот карьер, сфотографировал, я обошел весь карьер, пока его весь не сфотографировал. Вот у меня фотографии там, будущая площадь. Общение с очевидцами того времени дорогого стоит. Молодежь активно участвует в этом проекте. Организаторы особо отмечают учеников 7-й школы. Они не пропускают ни одного мероприятия проекта «Народная память». Так как я живу на Мончи, очень интересно было послушать про Мончу, что это, оказывается, был поселок, я даже этого не знала, очень удивилась. Интересно, на самом деле, мне, я не пожалела, что сюда пришла. Единая площадка для общения нескольких поколений, безусловно, принесет свои плоды. Благодаря поддержке Норильского никеля организаторам проекта удалось приобрести необходимое оборудование для дальнейшей работы в этом направлении. Передвижные мобильные стенды, далее там издание «Диктофон», на который записываются воспоминания старожилов, тех, кто не может самостоятельно написать их от руки, вот, и, собственно, издание сборника. Презентация сборника воспоминаний старожилов рабочих поселков Мончегорска состоится совсем скоро. А передвижная фотовыставка «Мы жили по соседству» продолжает работать. Возможность ознакомиться с историей Мончегорска в фотографиях будет у всех желающих.